Татьяна, поздравляем вас с победой в нашем совместном конкурсе. Пероможца конкурса отримала великий торт и сувениры от Радио Могилёв и сайта компот.бай. Я на Радио ФМ здесь побыть желаю всем. Приз послаще получила, к ним на чай с ним заскочила. Всех спасибо говорю, очень сильно всех люблю. Эмоции стримливать вельми тяжко, выигрывать отремливается да, нечасто. Да, прям на самом деле ощущения просто супер. Хочется, чтобы все побеждали, в том числе и я. Конкурс «Час привітання» – первая ластовка у супрацовництве Радио Могилёв и сайта компот.бай. Их будет еще шмат, делятся организаторы. Мы проводили уже на радио конкурс «СМС-приветы», и надо было придумать название напитку «Компот». Вот. И девушка, которая только что получила торт, у нее было самое оригинальное название, и вот сейчас она радостная, довольная. Супрацовники радио рыхтуются до нового сезона. 15 сентября Радио Могилёв исполняется 15 лет. Соответственно, хочется сделать что-то приятное нашим слушателям, помимо того, что вот мы дарим им приятные эмоции нашим эфирам. Поэтому мы проводим какие-то небольшие конкурсы. Грандиозные какие-то торжества у нас намечены на октябрь. Будет и вечеринка Радио Могилёв, и какие-то флешмобы, и веселые акции. Вот. А пока такая первая ласточка. Радиослухачи поспели познакомиться с новыми диджеями 96 и 4 FM Тины Павловой и Ирины Александровой. Зараз радийщики створают новые проекты, первый из которых можно будет почуть у радиоэфиры с середины вересня. Роман Куткин, Александр Тарасов, Новини Могилёв.